Призывная кампания приближается к завершению. Этой осенью порядка 300 новобранцев направлены от военного комиссариата Полоцкого района на срочную военную службу. Сегодня мы решили все-таки показать общественности, что эта традиция есть, и мы ее достойно даем наказ, напутствие нашим ребятам, чтобы они достойно служили и были защитниками от наших регионов. И гордо несли это имя защитника Отечества Полоцка, Новополоцка, и мы ими гордились. Новоиспеченный призывник из Полоцка Виталий Борисенко считает, что в войсковых частях воспитывают настоящих мужчин. Заступая на солдатский путь, Виталий хочет досконально изучить армейскую службу, определиться с будущим. Пока еще не понял, что такое. Это же надо опробовать на себя, как там будет долг родине, отслужить. Там научат военному делу, потянут физическую подготовку. При распределении призывников по родам войск вооруженных сил хорошим подспорьем для военных специалистов стала введенная в прошлом году новая система изучения и отбора новобранцев. Тестирование с использованием программы Министерства обороны проходит каждый юноша. По его результатам выявляются морально-деловые качества, определяется перечень войсковых частей, в которые будущие солдаты могут быть направлены. На торжественном построении призывникам вручили памятные сувениры от администрации Полоцкого района и Новополоцка. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.